И в продолжении темы. Печорские милиционеры продолжают работать по линии преступлений коррупционной направленности. На этот раз в поле зрения попало одно из печорских детских государственных учреждений. Крупные хищения, совершаемые государственными чиновниками, к сожалению, не редкость, но особенно мерзко выглядят преступления, отнимающие деньги у детей. Директор одного из интернатов, расположенных в нашем городе, увлечен в подобном преступлении. Я подтверждаю тот факт, что заведено не уголовное дело, а ряд уголовных дел. Значит, я подтверждаю тот факт, что этот ряд уголовных дел нами расследуются о хищениях. Значит, потом о хищениях там средств этих воспитанников интерната. Значит, также по моим данным возбуждено, по имеющим данным, которые имеются у меня, возбуждено дело в отношении одного из предпринимателей города, который работал как бы в связке с ней в этом вопросе. Значит, уголовные дела расследуются и своевременно будут направлены в суд. Несмотря на тяжесть проступков, многие управленцы, получив условное наказание, продолжают работать по специальности. Меняется только место и должность. Там работала когда-то Синя директором. Значит, мы тоже возбуждали ряд уголовных дел, но она ушла работать дальше. Значит, здесь тоже. Значит, много там миллионные, так сказать, когда у детей изымаются деньги. Вы знаете, это не по-христиански. В данный момент обвиняемая в хищении женщина даже не арестована, однако от наказания она не уклоняется, следствию не препятствует.